зовут Виктория Островская, и мы находимся на Junior Fashion Week. Он проходит каждый год в городе Киеве. Сюда приходят более 1000 детей, чтобы показать наряды разных дизайнеров. На Junior Fashion Week весь день є три лаунд-зони. Світ кафе з солодощами, дитячий та дорослий Junior Fashion Bar, в якому готують їжу, шеф-кухар, Champion Hall, КВЦ Парковий. Привіт, як тебе звати? Мене звати Іра. Скільки ти вже займаєшся моделінгом? 3 роки. Тобі подобається Junior Fashion Week? Да, мне очень нравится, потому что это очень классная организация и очень много приглашает звезд. Яку коллекцию ты сегодня представляешь? Я представляю коллекцию Серси. Дякую, бажаю успеху. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? Я Ольга Мороз, дизайнер бренда Серси. Что вас вдохновляет делать такие красивые, изумительные и крутые костюмы? Меня вдохновляют всегда дети, которые мотивированные, которые чем-то занимаются, каким-то видом спорта. То есть дети, которые заняты, которые подвижные. И для них хочется создавать одежду, луки максимально комфортные, максимально стильные, чтобы были, чтобы они всегда выделялись. И наверное, вот из-за этого приходят сумасшедшие идеи, которые я воплощаю в своих коллекциях. Какого цвета у вас больше всего есть наряды? Я, наверное, беру всегда классические цвета, это красный, черный, и разбавляю иногда разными сочетающимися цветами. Спасибо. Пожалуйста, хорошего дня. Привет, как тебя зовут? Я Алиса. Почему ты сегодня здесь? Когда я вижу детей в красивой модной одежде, я радуюсь. На подиум выхожу с огромным удовольствием, так как я показываю детям моду. Какой бренд ты сегодня представляешь? У меня сегодня выход с дизайнером Серси. На подиум буду выходить с огромным удовольствием, так как мне нравится его коллекция. Есть ли то, что тебе тут не нравится? Нет, Junior Fashion Week – мероприятие, которое проходит на очень высоком уровне, поэтому мне все нравится. Спасибо за интервью. Меня зовут Саша. Как тебя зовут? Меня зовут Рената. Ты первый раз на Junior Fashion Week? Да, мне очень нравится. Расскажи о своих эмоциях. Мне очень понравилось, потому что я очень хотела попасть сюда. Это было очень трудно добираться из моего города в Киев, но мы это сделали. Ты приедешь на следующие сезоны 2020? Да, конечно, мне очень понравилось. В этом сезоне Junior Fashion Week особенный, потому что здесь представлены не только тренды детской моды, но и целый эколаб. Здесь есть выставки эко-трендов в декоре интерьера и мастер-классы экотерапии цветами. Но и это еще не все новинки. В этом году здесь появился игролаб, который дети могут посещать каждый час. Ну и как же без вкусных кулинарных мастер-классов? Здравствуйте, меня зовут Николь, как вас зовут? Меня зовут Наталья Коваленко, я основатель недели детской моды Junior Fashion Week. Сегодня у нас сезон, который длится уже третий раз. Мы уже третий раз в КВЦ Парк, мы принимаем наших гостей на неделю детской моды. Расскажите, пожалуйста, как прошла неделя моды? Замечательно, я считаю. Сегодня уже завершающий день, и я очень рада, что у нас такое большое количество участников. У нас очень много гостей из Беларуси, у нас очень много гостей из Казахстана. Приехали люди с Молдавии, ребята выступали специально для нашего мероприятия. Это было очень здорово, потому что люди едут со всей почти постсоветской территории. И уже где-то весной мы ожидаем даже из Китая моделей и брендов. Класс!
Круто, спасибо большое. Здравствуйте, я вас рада видеть. Вы сегодня на Junior Fashion Week как гость, и что вы ожидаете увидеть? Здравствуйте, тоже очень рада вас всех сегодня видеть. Сколько уже известных лиц я увидела на этом мероприятии, хотя только пришла. Я как истинная поклонница моды и украинских брендов, конечно же, пришла сегодня на Junior Fashion Week и не могла пропустить такое модное событие, потому что, насколько я знаю, здесь сегодня представлены новые коллекции популярных украинских дизайнеров, и я уверена, что они смогут удивить меня сегодня. Дайте топ-3 совета, как выглядеть такой эффектной, как вы, девушкам. Спасибо за комплимент, конечно, большое. Первое, что я хочу сказать, это обязательно следить за модными трендами звезд и селебрити, особенно американских, потому что Америка для меня лично это самый главный новатор в фэшн-мире вообще всего мира, так сказать. Вот, это лично то, что я делаю. Я слежу за американскими звездами, смотрю, что популярно у них, потому что в Украину такие тренды приходят с опозданием несколько лет. Так вот, если следить за иностранными звездами и селебрити, можно взять много классных идей, как ярко и стильно выглядеть. Конечно же, еще один совет – не бояться показать свою натуру. То есть, если вы хотите одеваться ярко и стильно, почему бы и нет? Нужно обязательно слушать свое, так сказать, внутреннее ощущение, выбрать свой неповторимый стиль, как я, но при этом не обязательно красить волосы в розовый цвет. Как тебе сегодняшний показ? Было круто, мы с самого утра шли на репетиции, потом нас еще красили, делали прически, мы переодевались и танцевали. Добрый день, як вас звати? Добрий день, мене звати Ярина. Ваша осіння колекція така яскрава і насичена, що не можна відірвати від неї погляду. Скажіть, будь ласка, ви одягаєте тільки дівчаток чи на хлопчиків щось є? Дуже дякую за комплімент. На сьогоднішній день ми одягаємо тільки дівчаток, але, можливо, скоро і появиться і хлопчачі колекція. До речі, як же не згадати шкільну форму? Ви, напевно, її готували ще влітку? Або навіть навесні, щоб подати її вчасно маленьким школярам? Зі шкільною формою завжди проблема, бо її треба готувати чуть не за рік наперед. Але ми старалися, щоб до школи всі прийшли гарні та красиві. На Junior Fashion Week я вже третій раз. Мені тут дуже подобалось. Я потім обов'язково приїду ще. Ми були на Junior Fashion Week, неділі моди. Тут було багато-багато дизайнерів, багато нарядів, багато дітей і показів. Сюди приїжджали діти з різних городів. З Одеси, Вінниці, з Київської області. З вами була Вікторія Островська і Мемпіпл ТВ.